İndiki halda komandasından necə? Razıdırmı? В данный момент в как бы довольны от Сабаха, от нашего командования? Конечно, я недоволен, если мы проиграли две игры в чемпионате и не прошли Партизан. Конечно, я недоволен. Әлбәтті ki, мен разы дейлім, чүнкі біз чемпионатта ki de далбадалы ойын дүсмүшік ва Партизан сәттіні кетсә білмәмшіксә, мен командадан разы ола білмәрім. Bu mövsüm Sabahın hədəfi nədən ibarətdir? Чемпионлық барədə düşünürmə? Məsələn, əvvəlki mövsümdə deyildi ki, Qarabağ güclü komandadır, müqavimət göstərmək çox çətindir. Что вы не думаете о чемпионстве, потому что Карабах очень сильный соперник и против них говорили, что бороться очень трудно. В этом сезоне что вы думаете? Как бы одна из ваших задач стать чемпионом есть или нет? Наша задача, мы сейчас строим новую команду. Ушло много футболистов, лидеров, команда сильно обновилась. И это все происходит по ходу сезона. Нам нужно время, чтобы сыграться. И мы хотим попасть в Еврокубки, это наша задача. İndi komandamızda çoxlu yeni işlər olub, çoxlu yeni oyunçular gedib. Çoxlu yeni oyunçular gedib. Əsas hədəflərimizdən biri yenidən komandanı yenidən qururuq. Amma əsas hədəflərimizdən biri komandamızın Avropa mərhələlərinə vəsiqə qazanmaqdır. Avropa kuboklara vəsiqə qazanmaqdır.